Привет, друзья! Сегодня делаем цифру 4 из воздушных шаров. Для работы нам понадобится насос для воздушных шаров, 108 5-дюймовых воздушных шариков, 13 разноцветных и 95 желтых, обычная рыболовная леска и ножницы. Базовым элементом цифры будет четверка. Это 4 воздушных шарика, которые соединены между собой. Тройка будет состоять из двух типов четверок. Однотонных, состоящих из желтых шариков, и четверок, состоящих из 3 желтых шаров и 1 разноцветного. Наполним воздухом шарик, определим размер, завяжем хвостик. Сделаем еще 3 таких шарика. Следите за тем, чтобы шарики были одинакового размера. Свяжем шарики по 2. И соединим их в четверку, меняя соседние шарики местами. Таким же образом сделаем четверку с 1 разноцветным шариком. В общей сложности нам необходимо изготовить 13 четверок с разноцветными шариками и 14 желтых четверок. Изготовление цифры начнем с вертикальной части. Она состоит из 15 четверок, 7 четверок с 1 разноцветным шариком и 8 четверок из желтых шаров. Начнем нанизывать четверки. Первой нанижем желтую четверку. Несколькими оборотами лески вокруг шариков закрепим ее. Затем возьмем четверку с красным шариком. Плотно прижмем ее к предыдущей и несколькими оборотами лески вокруг шариков закрепим ее. Нанижем желтую четверку. Затем четверку с разноцветным шариком. Затем снова желтую и так далее. Вертикальная часть готова. Изготовим горизонтальную часть. Она состоит из 3 четверок, 2 с разноцветными шариками и 1 желтой. Привяжем к вертикальной части леску. Нанижем четверку с разноцветным шариком. Затем прикрепим желтую четверку. И снова нанижем четверку с разноцветным шариком.
Горизонтальная часть цифры готова. Изготовим короткую вертикальную часть четверки. Она состоит из 9 четверок, 4 с разноцветными шариками и 5 желтых. Нанижем желтую четверку. Затем четверку с разноцветным шариком. Затем снова желтую и продолжим чередование. Короткая вертикальная часть готова. Осталось привязать ее к горизонтальной части. Ну вот и все, дорогие друзья. Цифра 4 из воздушных шаров готова. Легко и просто. Сделай сам. Пишите мне, дорогие друзья. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. С уважением, Ромашка-клоун.